Для того, чтобы начать копирование, достаточно просто вставить диск в привод и запустить проигрыватель Windows Media. Затем в главном окне проигрывателя выбрать ваш привод с диском в списке устройств и библиотек слева. Теперь можете отметить только нужные дорожки или же оставить все. Остается только кликнуть по кнопке «Скопировать с компакт-диска», и процесс копирования будет запущен. Если же вы хотите самостоятельно выбрать формат и качество скопированной музыки, то вам следует выбрать «Настройка копирования с компакт-диска» и задать особые параметры в выпадающем меню. Здесь вы можете выбрать не только качество и формат, но и задать отличное от стандартного места для копирования. Один важный момент. Если вы планируете перевести всю вашу медиа-коллекцию в цифровой формат, то поставьте отметку в пунктах «Копировать компакт-диски автоматически» и «Извлекать компакт-диск после копирования» в меню «Настройка копирования с компакт-диска». Отметив эти пункты, вам останется только менять диски в приводе, а музыкальные дорожки будут автоматически копироваться на компьютер.